Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас прохождение Crash Bandicoot. В прошлой серии мы остановились на прохождении босса. Точнее, остановились, а мы его прошли, пинстрайп по Тору. А сегодня у нас прямая дорога. Удерживайте кнопку прыжка, чтобы отпрыгивать от перевернутой черепахи выше. Так, ох, я вспоминаю, мы же уже проходили такое вроде. Так, а что это? Опа, секреточка с самого начала. Больше не появляется, наверное, отпрыгать. Ага, больше нет. По две. Вот это, смотрите-ка, 4 ящика секретненьких. 3 хпешечки мы взяли. Так, идем дальше. Отличное начало. Тут у нас ничего не может пока быть, нет. Опа, 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 кабанчик. Кабанчик, иди сюда. Мы вот так хоп, 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 хоп. Хипешечка. 28 хп на начало игры. Конечно же, мы их все потратим, да? Черепахин. Так, неправильно я что-то... Она сможет обратно вылезти? Я... Да, должна. Та выпрыгнула, и эта должна выпрыгнуть. Надо ее туда подальше пустить. Давай, давай, давай. Разворачивайся, и мы на тебя прыгнем. Хоп. Пошли. Оп. Так. Сейчас. Нет, на раз прыжку не получилось сделать. Да, этот уровень будет сложный. С этими черепахами. Так, а нам опять надо сюда идти, да? Оп, оп, оп. Ну, да, хпшек больше нет. Тут только яблочки теперь. Ой. А, чуть-чуть не упал. Так. Ой, ну что такое? Ну вот как это такие глупые ошибки допускаю? Так что, хпшки взяли, может туда не ходить больше? Блин, да, все, я туда не ходить не буду больше. Это опасно для здоровья. А, стоп, для здоровья. Она появится там? А ящики, а бонус, а если пройдем? Пешечку еще получили. Было 28, уже 26. Она не появилась. Да уж. Ладно. Да как так? Ну получается, ну почему? Да как я так делаю-то? Я не понимаю. Уже до черепах дойти не могу. Неужели? Нет. 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 Да. Чекпоинт. Еще бонус уровень есть, офигеть. Так, чекпоинт это хорошо, 25 хипешек. Нет, пускай она ближе подойдет, что-то как-то страшно. Вот так вот, да.
Блин. Это страшно. Страшно! Та постоянно лежит, это уже хорошо. А вот с этими, блин. Ну, а как? А почему? Блин. Сложный уровень. Ой. Так, когда ты вверху зажимаешь прыжок. А когда приземляешься, бежишь. Да. Зажали вперед. Тут еще на тень надо смотреть. Зажали. Нет, рано. Зажали. Зажали. Да как она так сделала? Ну, все же делал грамотно, ё-моё. Зажали, прыгнули. Да ё-моё. Победитель просто. Ой, ё-моё. Так, все, не спешим, расслабились, все нормально. Точнее, собрались. Да ну! Да ну тебе! Так, это, наверное, пропустим. Вот сюда, вот так вот. Не трожь меня! Что? И как это можно было? Что? Я столько мучаюсь, а тут можно сделать вот так вот. Что? Я вообще в шоке, короче. Кто знал, что можно вот так вот делать? Охренеть. Охренеть. То есть и в том уровне я зря тоже мучился. Чума вообще. Тут на клавиатуре хорошо, да, бы ее нажал. Да, ребята. Ну это просто какая-то дичь. Ой, как сделать? Вот так, вот так, вот так. Вот так. Охренеть. Я в шоке вообще, вот на самом деле. Вот. Почему мне никто в комментариях об этом не написал? Странно. Вообще, вообще. И как это все проходится, оказывается. А я тут здоровье трачу. Офигеть. О. Просто, вы не представляете, в каком я сейчас в шоке. Просто открыл какую-то Америку. Вы, наверное, смеетесь, то что... А, как он не знал? Ой! I'm sorry. Ну это просто, это просто. Для меня это обалдеть. А как обратно возвращаться туда? Что-то я не понял. Так, 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 так. Хорошо бы собрать все ящики. Хорошо бы все ящики собрать. Так, может быть, нам надо по низу пройти, потом запрыгнуть наверх через одну и через одну потом вернуться. Да, я думаю так. Так. Ой. Хи-хи. Ладно, видео немножко подольше будет, чем обычно.
Ля, смотрите, как хорошо. Ля-ля-ля-ля-ля. Отлично, собрали все ящики. 27 туда прибавились. Прибавляются, смотрите. Значит, скоро уже концовочка. Так, ну мы умирали несколько раз, поэтому... А, вот тут-то я нормально не смогу запрыгнуть. Или попробовать. Оп, получилось. Сколько раз здесь можно было бы убиться? Сколько раз тут можно еще убиться? О! Офигеть. Вот это да. 45-45. Баба ягодка опять. Так, все. Смотрите, как прошли. С... Первый наш камень. Да. А, второй. Ну ладно. Великолепно. Мы прошли 48% игры. Да, да, да. Ну что ж, спасибо за просмотр, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До скорых встреч.